На более существенные цели, на нужды населения. Там есть статья в 230 миллиардов рублей, и одним из первых указов нашего мэра будет оптимизация московского бюджета. Единственное желание просто побольше ограбить людей, при том, что народ и без того очень тяжело работает и мало живет к тому же. Мне 52 года. До пенсии мне осталось 3 года. И я ее жду. Я педагог, и мне надоело работать. Я устал. Говори мне, эти целуют каменные здания, какие-то там обнимают бордюры, еще что-то. И говорит, это Москва наша. И Карманников стал гарант Конституции. Он фанател. Потому что мы живем в этой стране, и мы ее будущее, будущие пенсионеры, поэтому, конечно, эта тема волнует. Что будет интересно, интересно вообще, что же будет дальше, и почему нас это все приведет. Ну, хотелось бы. Потому что у нее нет рабочего места. 11 миллионов. А теперь обещанный сюрприз. Давайте все вместе.